19.10.2024 года, 18 часов 10 минут, на 25-м километре, плюс 800 метров, на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с участием автомобиля марки «Шкода» и мотоцикла. Водитель автомобиля «Шкода» при совершении маневра обгон не убедился в том, что встречная полоса движения свободна на достаточном для обгона расстоянии, совершил выезд на встречную полосу движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Кавасаки». В результате пострадали водитель и пассажир мотоцикла, которые были доставлены в медицинское учреждение города Калининграда. По данному факту проводится проверка.